да. Ой. Кейн. С кем? Со Скориным? Скоринов, похоже. Ну, слушай, как тут... же так тут оставалось? Сколько? Секунд 5 вот, до конца. Вот я об этом и говорил, без эксцессов. Помнишь, вот я прям вот такую фразу произнес, концовку доиграть при наличии Ханта. Слушай, ну мне кажется, тут вот случайное столкновение. Я какого-то такого умысла у Кейна не увидел. То, что сильно пострадал Скоринов, тут без разговоров. Ну-ка. Вот. Ну вот он видит, что и руки выставляет. Как-то они оба-то не стали уходить. Ну, как бы да. То есть смотрели на игрока с шайбой. Все на большой скорости получилось. Смотрели на игрока с шайбой и видят, что вот катит где-то в направлении друг друга. И Кейн руки выставляет. Причем такая ситуация-то простейшая. Ну да. Ну и здесь схватка Кейна и...